Вокруг лютый мороз, на улице правят балом белые медведи и пингвины, также кругом лужи, слякоть и снег, который можно просто брать и жрать, естественно, чего мы делать не будем, также отбитые второкурсники, которые любят посидеть на снегу, ему радуются. Именно такой представляется у россиян весна. Здравствуй, Влад. Весна представляется у россиян не так, нормальная весна, она студенческая и в униксе. Морозов нет, пингвинов только отбитые, там, не знаю, мальчики, девочки, которые там пляшут, в чем попало. А в целом все неплохо. Ну, пошли глянем. Давай. Ну что ж, Влад, ты был действительно прав, здесь намного теплее, здесь намного душевнее, здесь не правят балом пингвины и белые медведи, а это значит, что мы можем начать нормально нашу новую... Давно пора начать студенческую весну. 2018 года представимся, друзья. Роман Полинсков, Владислав Сергеев. Для вас мы проведем целый цикл передач, посвященных данному фестивалю. Итак, Влад, расскажи, пожалуйста, кто открывать будет этот фестиваль? Открывает его сегодня Институт физики и Институт вычислительной математики и информационных технологий. Что ты сам ждешь от фестиваля этого? Честно, нас тут весне впервые. Как обычно, будем знакомиться, будем все узнавать по ходу. Ты будешь знакомиться, я уже буду видеться со своими старыми друзьями, которые уже давно работают. Ну что ж, друзья, первый день фестиваля начинается. Институт физики, Институт вычислительной математики и информационных технологий. Понеслась! Друзья, просим любить и жаловать гости нашего фестиваля. По старой доброй традиции врываемся в толпу и начинаем общение. Все люди заменимы, запомните об этом, все. Даже вы, надеюсь, когда-нибудь вас заменят уже. Только после тебя. Оператора заменили, вас, надеюсь, заменят уже. Вообще, заколебали мы вас еще всех. Мы еще познакомим зрителя с нашим оператором. Ты пока не раскрывай интригу. Это хороший оператор, классный парень. Да, вы тоже вообще классные, но надеюсь, вас все уберут. Спасибо, уже давно. Да. Тоже. Я говорю, всех люблю, всем добра. Да, достаточно, хватит себя прямо это эфирного времени. Выводите его на... Слушай, в первый раз сижу вот на этом месте. Тебе как самому? Мне тоже нравится. Вот на месте нашего жюри, по крайней мере, на месте Радика Загидуллина. Тебе, я думаю, как на месте Баканова? А, ну, на самом деле, да. На самом деле, нормальным. Да. Заходит. Да. А ты посмотри, какая панорама хорошая. Прям вот охота раскинуться вот так вот и... Я бы еще ножки свесил, конечно, но... Ну, нельзя. Ну, да. Нельзя. Ну, вот. Сесть так хорошенько и наблюдать за концертной программой. Но прежде чем мы с тобой будем наблюдать за концертной программой... Что, воды хлебнем? Нет, воду не надо. Я предлагаю отправиться нам за кулисы и пообщаться с участниками. Не, ну давай, конечно, без проблем. Понеслась? Пройдя за кулисы, мы нашли коллектив имени Эдуарда Сурового, с которым мы сейчас и пообщаемся. Сердце горячее, ночью вечер. Если на ночь ночью, скоро вечер. Вся малешник на тюмбочке. Посмотри, Олежка, дочка, нечный. Первый за два холодильник. Хай, смотри, снегуля, вечно тачет. Да, сегодня будет что-то новое, конечно. Сегодня будет снова весна, но тоже из того поколения. Группа «Аракс», антоновская, в общем-то, песня. Вот. Будет круто, потому что это синтез номер. Вот. Ну, есть еще второй номер. Открытие фестиваля, Институт физики, жесткий препод, репетиция на сцене и надежда на успешную сдачу экзаменов. Успешные шутки про сборную России. Пожалуйста, поздравляю, вы успешно вышли из своей группы. Ура, вышли из своей группы! Надеюсь, все-таки не вылетят. Ну, как знать. Также надеюсь на хорошие позиции физиков по окончанию фестиваля, потому что концерт у физиков выдался действительно удачным. Ребят, как концерт? Слушай. Концерт просто замечательный, море положительных эмоций. Много веселья. Удовольствие. Радости. Удовольствие, да. Все сделали, что хотели. Да. Да, все. Спрячь, на камеру не пали. Научные свершения, Илон Маск и Никола Тесла. Жизненный путь и трудности на пути свершения мечты. Кто победит, интеллект или жажда самовыражения? Английские скороговорки и лица, особо преуспевшие в этом. Take a break, feeling flowers. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. От нелегкого выбора аж сносит крышу, разумеется, и под Полину Гагарину. Прости меня,
итоге одно без другого невозможно. Наши студенты лучшие во всем. Итак, старт фестивалю дан. Первые концерты уже отгремели. Влад, как тебе? Начало, в принципе, неплохое. Я уверен, что впереди будет лучше. Лучше, в целом, интересно. Что у физиков задумочка неплохая, что и у математиков тоже в целом интересно, по крайней мере. Достаточно красочно, живно. Тебе что? Ну, это твоя первая студвесна, это моя уже третья студвесна. Ну ладно. Не убивайте. Ну ладно. Ладно. Но, друзья, скажу честно, старт немножечко пробуксовывает, к сожалению. Но я надеюсь, что в следующие дни институты будут нас все больше удивлять. Все качественнее будут номера, ярче, сочнее и так далее и тому подобное. В общем, все слова, которые вот знаешь, вот эти всякие вам там бам, бомбезный прям концерт, ну, прочее. Да, надо это все будет. Тихо пить, чтобы, да, красочно. Да, вот это было. Это следующие концерты будут такими же красочными, как вот эта елочная игрушка, которая сейчас прошла мимо нас. Для вас эту программу вели Роман Полинсков и Владислав Сергеев. Увидимся завтра. Пока-пока.